Кто здесь? Кто ты? Пес. А я? Я маленькая овечка. Да. Разве не похож? Вообще не похож. Ты волк. Нет, я маленькая овечка. Ты волк. А чем ты докажешь, что я волк? Смотри, какой у меня тоненький, тоненький голосок. Просто ты неправильно говоришь этим тонким голосом. Ну ладно, да, я волк, но я умею тоненько говорить. Ты умеешь? Вот я вот смотри, я как умею петь. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Вообще-то наоборот. Фа, си, соль, ля, ми, ре, до там поют. Наоборот. Ну ладно, давай. Давай уже знакомиться. Как тебя зовут, дружище? Меня зовут. Как? Меня зовут, знаешь? Пес Барбос. Какой пес Барбос? Тишка. Барбарик. Нет. Ну как тогда? Меня зовут Дружок. Дружок, ага. А меня зовут... Ой, смотри, Бой меня зовут. Бой зовут? Да, Бой. А меня зовут Волк Платон. У тебя обычное имя, у меня нет. Что это обычное? Оно французское. Платон? Да. Даже греческое. Платон-то, да, так философов всяких звали там. Платон был философ какой-то. Я точно помню. Меня мама в детстве покупала книгу. Я, конечно, ее съел. Но, как бы, видимо, когда я ее переваривал, часть информации из этой книги в меня в мозг впиталась. Да. А что ты любишь есть? Кость и мясо. А я бабушек люблю есть. Ты что? Маленьких. А еще я люблю этих. А ты знаешь, что я люблю больше всего делать? Чего? Защищать маленьких песиков. И девочек тоже. Защищать любишь? Да. А я люблю их есть. А ты что? Так я же волк. Моим другом. Хочу. Тогда защищай. А давай я буду твоим другом без защиты. Нет, тогда ты мне не друг. Че это? Потому что я с тобой не буду так дружить. Ну смотри.